Бережно хранила и возрождала народные традиции. 16 сентября в Курчатовском краеведческом музее открылась выставка памяти Татьяны Скобликовой, народный мастер России. Она изучала и продолжала промысел кожлянской глиняной игрушки. В мае этого года Татьяны Евгеньевны не стало. По образованию она была учителем русского языка и литературы. Долгие годы работала журналистом, однако делом жизни для нее стал народный промысел. Сколько я помню, она была человеком целеустремленным. Всегда, на какой бы работе она ни работала, она работала добросовестно, с полной отдачей своих сил. И когда, волей случая, судьба ее свела с мастерами игрушечными, игрушечницами, она погрузилась в это головой. Учителями Татьяны были потомственные мастерицы Валентина Ковкина и Ольга Дереглазова. Память о них она воплотила в своих работах. Любовь к народному творчеству и традициям позже она передала уже своим ученикам. Мы не просто лепили, мы именно изучали промысел. Мы ездили на родину промысла в город, в деревню Кожля. Мы ездили по традиционным местам бытования других промыслов, в другие районы, в другие области. Мы разговаривали со старыми мастерицами, которых, к сожалению, сейчас нету в живых, но мы еще успели их застать и перенять что-то, учиться у них. Здесь представлены работы нескольких поколений. Выставка проходит в рамках фестиваля народного искусства «Батюшка Егорий». Посетителей ждут до 7 октября. Яна Андреева, Геннадий Воробьев, телеканал 7.